Всем привет, друзья! У меня на огороде завелся крот. Пришел он вон с соседнего участка, там заросли. А здесь была посажена люцерна. Она и сейчас тут есть. Но здесь она была не скошена, а здесь, ну, вот такая. И мы не видели, как он тут роет. Но пришел он оттуда, вот, и нанюхал он бурячок. Как видите, вот он съел. Вот там все пустоты, это все съел крот. Я, конечно же, с ним уже борюсь неделю. Покажу, вот как он съедает буряк. Смотрите, ну это пару дней назад он подъел, надкусил, и он тут завял. И там он винегретный, и там он дальше морковка. Лазит он, подрывает и морковку. Ну, в общем, за лето и за осень половину от этого урожая он бы тут бы скосил бы. Я сразу хотел бороться с ним с помощью химии. То есть препараты, которые подсыпают в норку, и он должен убегать от запаха. Купил вот такое чудо-средство. Ведлякувач крутив, собак-то кутив. В магазине советовали, что классная штука, засыпать в нору, тут такие гранулы, и крот убежит. Я вам скажу, что он по этим гранулам ходил, топтался, я нашел нору, разрыл, наложил эти гранулы, закрыл эту нору, и должен был расходиться запах, и он должен был текать с участка, идти куда там дальше. Но он по этих гранулах ходил, как ни в чем не бывало. Это полная фигня, ничего она не дает. Но с кротом надо было бороться, бо он заберет весь урожай. Я решил посмотреть в ютубе ролики, где показывают, как можно поймать крота. И как утверждали все, что самый эффективный метод — это поймать на рыбацкие крючки. Я по тому, как делают люди видео, сделал вот на проволоку такие крючки, привязал их к арматурине, и вот так вот их надо разрыть, нору найти. Я раскопал. Вставлять туда их внутрь, крючки. Сантиметров 50 я туда запихиваю. И крот должен прийти, закрыть нору, потому что он боится сквозняка. Начал я вон оттуда. Первая норка была вот тут. Я вчера вечером раскопал. Вот как тут заложил. Я просто не снимал этот весь процесс. Заправил туда крючок. На утро встаю, а он с этой норы сюда выгорнул землю, а крючки и проволока остались там. То есть он либо подошел к этим крючкам, либо обошел их, либо как-то в сторону их спихнул, или подрыл сбоку. Здесь заткнул землей, крючки остались там. Я начал раскапывать. И вот с этого места, вот так по чуть-чуть, я раскапываю и заправляю эти крючки в новые норы. И буквально минут за 5 я раскопал, заправил крючки. Через 5 минут он сразу пришел. Даже слышно, как он там хрокает, шкребется, зарывает нору. Я пробовал даже шомпуром. Он-то не глубоко нора идет. Не попадал я в него. Он зарывает. И так мы вот целый день шли-шли. Вот, смотрите, здесь я закапывал крючки. Ну, раз 20 я раскапывал, заправлял. Выкашивал тут люцерну, чтобы было видно. Когда выкосил люцерну, я увидел вот такие две больших кучи. Я так понял, что в этом месте у него гнездо. Потом я, когда косил, провалился с этой стороны, это вообще с другой стороны. Тут тоже я вот заправил такие же крючочки. Запихнул, но здесь чуть крупнее. Вот такие большие крючки. Здесь он не зарывал. В этот момент, когда я нашел тут нору его, я уже здесь подошел к вот этому ему, так сказать, гнезду. И здесь, смотрите, я начал раскапывать, нашел вон нора. Сначала была нора тут, вот, и вот нора. Я во все их ставил крючки, но он с этой стороны начал, она была сначала тут вверху, начал зарывать. Я вот так укапывался с ним, пока он не затянул, ну, эти крючки туда прям впали куда-то. И он зарыл и прям так плотно затрамбовал, что я крючки еле вытянул. Ну вот я вкопался сантиметра, наверное, 40. И там туда увиделась такая большая нора.
И что я сделал? Просто протянул шлангу, водичку. Вставил, начал лить воду. Буквально 5 минут прошло, и с этой норы вылазит крот. Ну, я его лопатой, конечно же, и убил. А сейчас положил туда шлангу, вдруг там остались какая-то его семья, чтобы они или утонули на всякий случай. Ну, вода уже бежит 1.5 часа, и она туда идет, идет и идет. Смотрите, если я вот эту нору лью воду, она сразу заполняется. Он ее или заткнул, или она небольшая, эта нора. То есть сюда 1.5 часа, напор очень большой. Бежит, бежит и бежит вода. Там целый погреб у него выкопан. В общем, крота я поймал тем методом, что нашел его нору. Она, я так понимаю, его норка или гнездо его. Оно глубоко, 1.5 метра, может и 2 метра, потому что тут он глину вырывал. Затыкал дырку чистой глиной. У нас глина на глубине 1.5 метра, такая чистая желтая глина. Вот, собственно, этот крот. Вообще, как крыса. Я его убил лопатой. Он мокрый, потому что текла вода. Не буду его подробно вам показывать. Это неприятное действие. Не хотелось, конечно, его убивать. Я думал сначала применить эти таблетки, чтобы он сбежал, просто ушел и там лазил на участке, где никому не надо. Пусть бы жил там. Он меня не трогал и он мне не мешал. Но когда он пришел забирать урожай, плюс я понимаю, что он тут заведет семейство, будет размножаться, и тут садить вообще ничего нельзя, потому что рядом он и цибулю, лук, и кукурузу подъедает, и помидоры даже подъедал, выходил. Он тут разрыл на пол огорода. Ну и вот теперь я туда лью водичку. Так что, смотрите, какие я сделал выводы. Вот эти крючки, он на них не ловится. Они стоят, вот я покажу. Вот так они стоят в норе. По идее, он заползает, затыкает тут дырку, назад идет и зацепается, и ловится на эти крючки. Ну, люди показывают, что так ловят. Но я сегодня заправлял в нору эти крючки больше 20 раз. Жара, целый день я брожу, я устал, меня он просто вымотал, этот крот. Я что туда запихнул, а он зарыл эту нору. Я раскапываю, крючки эти как лежали, так и лежат. То есть даже, вот смотрите, я вот так заправил их, сижу, жду. Проходит 1.5 минуты, и он там уже землю зарывает, нору. Они вот так прям, проволока ходит, я его вот чувствую. Он хоп, землю выкинул, я лопатой, его уже нет, он быстро назад текает. Я уже дальше, он тут землю выгортает, по идее же он тут где-то сидит. Он тут землю выгортает, а он тут. Я сюда шомпур. Проваливается, попадаю в дырку. Но он текает, успевает. Я его ни разу не нанизал. Он сбежал. Ну вот, помогла вода. Я только положил шлангу, напомню, повторюсь. Через 5 минут он начал вылазить, потому что он, скорее всего, полз где-то или затыкать, или у него не было воздуха. Он всегда вылазил мокрый, я его лопатой убил. Вот так я поймал крота. Так что всем совет, у кого есть крот, попробуйте с крючками. Я уже попробовал, намучился, ничего не дало. Они не поймались. Попробуйте найти гнездо, чтобы нора была вот так вглубь. Он обычно текает туда, в свое гнездо, и там сидит. Туда шлангу, водичку заливать. Он вылезет, и вы его прихлопнете. Только таким методом мне удалось поймать крота. Смотрите, у нас еще есть огород возле речки. Второй огород. Там посажена картошка, и там роют кроты. Я теперь буду снимать видео с самого начала действия, как я ловлю крота. И вот будут, там воды нету, и нет туда возможности привезти много воды, чтобы заливать, вылить его, так выливать его водой. Буду пробовать ловить на крючки, на вот эти же. Буду снимать видео. Если удастся поймать, значит и тот способ тоже работает. Я вам покажу в будущем в ролике. Получится меня поймать на крючки или не получится. Ну вот, водой получилось. Поэтому у кого тоже на участке есть кроты, они забирают у вас урожай, попробуйте найти вот такое глубокое гнездо, туда шлангу, заливать водичкой и с надеждой,
что вы его сможете поймать. Ну, не с надеждой, а он вылезет. У меня вылез, я его убил. Спасибо всем за просмотр. Кому был полезен, поставьте лайк. До новых встреч!